Друзья, сегодня Массимо Каррера улетает домой. Массимо, пару вопросов. Для начала хочется вам сказать огромное спасибо за то, что вы сделали для нас, для нашего клуба. Да, конечно, я благодарю вас за вашу поддержку. Вы всегда были близки ко мне и команде. И это самое главное. Для нас, тренеров, и для команды это очень важно. L'amore dei tifosi verso la squadra è la prima cosa. Любовь болельщиков – это на первом месте. Максим, когда вы впервые увидели на трибуне баннеры, перформансы, заряды в честь вас. Первые ощущения какие были? Первая прямая сенсация была. La sensazione è che il pubblico, io ho sempre pensato che è il dodicesimo uomo in campo. A me ощущения всегда были теми, что для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле. Quindi con questi striscioni, con questi cori, penso che avete dimostrato di показали, essere il nostro dodicesimo uomo. Что являетесь нашим 12-м игроком. Я всегда считал, что важнее ром на груди, нежели та фамилия, которая написана на спине. Хочется одно, вы можете сейчас вот передать всем нашим болельщикам Единственное, что могу сказать, спасибо. Спасибо за все то, что вы сделали для меня. Спасибо за то, что меня любили. Я постарался оплатить своей работой. Il mio lavoro, выполняю, опять же, свой Niente долг. Di più, quindi... Ничего лишнего. Ti ringrazio perché ho fatto due anni e mezzo bellissimi. Благодарю вас, потому что для меня эти 20 года были... Come a casa. Были просто сказкой, и я себя чувствовал как дома. E non li dimenticherò mai. Благодарю вас за это и никогда вас не забуду. Мася, мы хотим вам сделать подарок от Фратри, от нашей организации болельщиков. Соответственно, стикеры расклеить дома соседям. На двери. Эта награда уже полтора года вас искала. Questa premio ti cercavo da un anno e mezzo già. Хотели еще сделать сразу после чемпионства, но, к сожалению, немножко все откладывалось. Жаль, что это происходит в таких условиях, как сейчас, когда вы уезжаете. Но лучше поздно, чем никогда. Ну, жаль, importante è il pensiero, quindi vi ringrazio. Если что, возвращайтесь всегда. Благодарю вас. Sei sempre benvenuto qua. Grazie. Спасибо. Спасибо большое, мы будем вас ждать в гости. Приезжайте. При каждой возможности, как будете в Москве, приходите к нам на трибуну. Вместе поорем. А ты тебя вальте, Масима Каррера. Я чувствовал себя здесь дома. Вы всегда будете в моем сердце. И никогда не говори никогда.